You're now listening to Kirianov Production. В деле варфейс я по-прежнему здесь. Все, кто бандятся со мной, их поджидает конец. Вы же вроде мне отец, типа я ваша копирка. Но пошло что-то не то, в итоге я ваш потолок. Для фифы это урок, как и для остальных тоже. По фактам я лучше вас, и возможно это гложет. Я приношу разрабам бабки, меня не нужно закрывать. Варфейс будет всегда и унижать вас на битах. Call of Duty снова в деле, как всегда. Это копирка на моем прицеле. Эй, вот, для меня потолок. Я тут самый новый сорт, пора бы тебе на покой. Не могу поверить, что какой-то до нас бегал. Поднял руку на моих братьев и пытается нас убрать. Не туда ты зашел, брат, я тут самый level up. Что сможет тебя найти, без замешек прикончить и убрать. Я постоянно слышу все одно и то же, то что я искал, но никто подтвердить это не может. Посмотри-ка на себя, ну и чем ты стал новее. Сюжетка про террориста и правого прайса уже давненько устарела. Это чисто факты, окей, ты просто гонки для меня как плебей. Все твои фаты я пущу мимо ушей. Все твои спецоперации подтверждают, что ты колфейт. Мне не нужен ты как личность и даже как игра. Я пришел отомстить за братьев и возглавить тут свой клан. Если так подумать, то мы всегда лучше тебя. Но тупой школоте не докажешь, это жаль.